Еще раз решил включиться. Проводили Беллу. Тут забавно было, Сатоши делили вот эту палочку. Не знаю, откуда она взялась здесь. Но Сатоша остался с этой палочкой, разгрызалочкой. Он уже немножко отгрыз. Беллу мы проводили домой. Они гуляли пораньше нашего и уже замерзли. Вот. И мы сейчас уже через минут 20, наверное, будем, как говорится, в градусе, в фокусе. Ну, а пока руки не совсем отмерзли, вот так вот. Вот такой вот у нас еще будет палочка, выручалочный сюжетик. Да, на морозе все вкусно. Все отлично на морозе, да, Татоша? Только покажи. Да у тебя уже эти огрызки от палочки вмерзают в бороду. Ты пойдешь у нас бородачом. Ну-ка, покажи. Он как нажевывает. Прямо деревянная колбаса. Да, если колбасу настоящую на такой мороз выложить, она точно будет деревянной. Ну ладно, всем хорошего настроения. Берегите себя. Следующее включение у нас планируется, возможно, завтра. Только к вечеру. Все, всем пока.